Игрис! Градео! Ну что ж, ребят, третья глава, смотрим каноничное развитие событий. Не пропускаем ничего. Зекконо чансу, кана? Аден! Аре? Баречатта. ここまでお疲れ様。ね、主のこのざまを見てどう思う？何を君は。本当はがっかりしてるんでしょ。立派な王になると期待して命まで賭けてきた。やめろ！俺もなんだ。だから負けない。旅も未来もここでおしまい。何を言っている！ Ну что ж, в прошлый раз мы выбрали подыграть и пошли по альтернативному развитию событий и увидели вторую концовку игры, по сути. А сейчас пойдем по основному, по каноничному, первой концовке. それが答え。最初から決めていた。何があろうと、ノクトは最後まで守り抜く。君に使いこなせるわけないよ。 Ну что ж, мы дерем ему задницу. Yeah.
無茶なことは。ノクト。ノクトは。無事か。無事だ。お前が守り抜いた。そうか。イグリス。ノクト。イグリス。死ぬな。生きて。 お前の使命を果たせ。ノクト！イグリス！俺は俺の決着をつける。ノクティス、待っているぞ。 Thank you.
色々あったけど結構楽しかったわ。ああ、俺もだ。だから思い残すことなく使命を果たせる。お前らとルーナが守ってくれたおかげで。ノクト、俺は最後まで大切なものがあるから俺は ここまで来れたんだ。一人で行くんじゃねえよ。お前らの思い出も一緒だ。イグニス、ありがとな。 Thank you.
Ну, типа, вот, канонично. Ну, дальше уже более-менее все знают, что происходило. Как и касательно всего остального. Ну да. Канон каноном, но забавно было посмотреть на альтернативную концовку все равно. Че, пойдем посмотрим, если что-то изменится, если выберем сдаться в альтернативной. Хотя нет, стоп, сначала... Тут у нас есть еще товарищеский матч. Знаете, что тут можно сделать? Такой настоящий бой. Надрать задницу. Знаете кому? Ноктису. Погнали, попробуем. Посмотрим, что тут. Потом пойдем альтернативу смотреть. Сначала то, что не смотрели, а потом уже сюда. Туда, точнее. А сначала посмотрим, что тут. Ну что ж, давайте посмотрим. Окей, вперед. Ого! Сейгер, это тоже не очень. Побьем его вот так, лучше всего. Блин, саундтрек какой же все-таки офигенный в этой игре. Падла, он тоже хилится. Иди сюда. На крышах не особо. Ах ты ж падла. Да спускайся ты сюда, понимаешь? Ой, зря я это сделал. А вот он спустился. Ай! Ай!
Yeah.
Эйгота. Короче, ну понятно, это будет потный бой. Во всех DLC-шках, если вы видели, есть такие дополнительные адовые бои. Да. Ладно, посмотрели, когда-нибудь потом пройдем. Сейчас я уже устал. Ну нафиг. Погнали, посмотрим альтернативу. Ну и да, это она слишком долго. Итак. Сюда нам нужно. И вперед. Скипаем все до момента выбора. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет, если тут вместо того, чтобы пожертвовать чем-то, мы выберем сдаться. По идее, гейм овер, но кто знает. Вдруг неожиданный поворот. И я умер.死にたくたって死ねないっていうから最後にいいこと教えてあげるよもうすぐ君を連れ戻しにノクティスが来るどう思うかな 大切な仲間が死んでたらあいつはどれだけお膳立てしてやっても未だにクリスタルを取り戻せないだから君を連れてきたんだここにはさクリスタルも指輪も全て揃ってるし君の死によって今度こそ真の王になれるんじゃない Нифига себе гейм-овер. Реально гейм-овер с концовкой нормальная. Вот бы все гейм-оверы такие были охрененные. Да. Ну ладно, давайте посмотрим, что будет, если мы пожертвуем разумом. Так, где у нас чекпоинт? Будет, кстати, интересно. Сначала битва. Ой!
Сейгер. Ну, только в основном сюжете. И там будет жесткий бой. Че, не смотрел? Он, блин, сраный эфир. Ну, в смысле, точнее, любит. Ну, не важно, короче. Блин, и больше с 1000 лет он. Пиздец. Итак, давайте посмотрим, что будет, если мы выберем пожертвовать разумом в этот раз. Зовите санитаров. Чуть ничего не изменилось. Может, дальше что-то изменится? Точно, точно. Посмотрим дальше, может еще что-то. Это же паза. Давай, погнали. Блин, не то дали. Что-то полетели. Что-то силы-то особо не дали, мне кажется. Black Health, она проходится. Это DLC. За более большое время, чем Call of Duty компания. Так что... Ну, что вы хотели за 4 бакса? Ну, 4 бакса, блин, 3 часа уже и довольно офигенно делался. А то... Там, за 4 бакса в некоторых играх тебе дают, например, машину или лутбокс, и все. Я
да, походу все-таки силу нам тогда дали намного больше. Задушу. Где там падла? Именно спирит гист, а тут даже до 20 да блин, он бахает так нехило. А в смысле рассеялись? Чё, опять? Пожертвовать душой, пожертвовать телом. Воу, давайте. Давайте пожертвуем всем потихоньку. Чё-то какой-то горячий. Защиту поставил этот элемент. Мало,
Чё, опять? Чё я могу ещё отдать? Душу не отдам. До самого конца. Пожертвовать душой. Ну, короче, ребят, все понятно. В конечном итоге жертвуем душой и все будет. Да. Тут две концовки. Ну, по сути, в игре три концовки, можно сказать. Каноничная, альтернатива 1 и альтернатива 2. То есть гейм овер. Хотя, может, что-то изменится. Может быть, что-то изменится. Давайте все-таки пройдем бой. Блин, да он тоже начал что-то бить. 999-то. Точнее, 9999. Да, что-то в первый раз как получше пошло.
Конец. でも、俺も強いんだ。死にたくたって死ねないっていうか。最後にいいこと教えてあげるよ。もうすぐ君を連れ戻しにノクティスが来る。どう思うかな。 大切な仲間が死んでたら、あいつはどれだけお膳立てしてやっても未だにクリスタルを取り戻せない。だから君を連れてきたんだ。ここにはさ、クリスタルも指輪も全て揃ってるし、君の死によって今度こそ真のものになれるんじゃない。 Ну вот, что примерно случится. Мы сдохнем. Не хочешь, но придется. Ну что ж, ладно. Собственно, на этом все с эпизодом Игниса. Ну, дальше будем проходить товарищи, события мультиплеерного дополнения, которое происходит в темном мире. Ну, точнее, между... Сегер активировал премиум. Между событиями, когда там 10 лет спит наш герой в кристалле. И будем играть за другого персонажа. Так что, увидимся на мультиплеере. Ну, и еще рыбалка для VR. Там тоже довольно забавно. И ждем следующий эпизод в следующем году. Первый эпизод будет эпизод Ардин. Ждем его. Дальше что будет, хз. Так что увидимся.